Меня зовут Ксения Собчак. Путин для каких-то людей в первую очередь тиран и диктатор. Для других людей он в первую очередь правитель, который сохраняет русский мир и поднял Россию с колен. А для меня в первую очередь Путин — это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. Любой человек, включая Владимира Путина, находился у власти 18 лет.